Все члены экипажа находятся при здравом уме, при здравой памяти и согласны с прочитанной статьей и обращением. Здесь находится экипаж судна Александр Ткаченко. Значит, большинство экипажа, ну, многие некоторые товарищи не смогли приехать по уважительной причине, но они мысленно с нами и постоянно будут нас поддерживать. Мы крымчане, жители городов-героев Севастополя и Керчи, нас 14 человек, находились на борту парома Александр Ткаченко, который принадлежит московской компании ООО «Коксохимтранс». Наше судно на протяжении 2 месяцев совершило 3 рейса в зону боевых действий, Сирийскую Арабскую Республику. Итак, 28 августа судно взяло, 2015 года судно взяло курс из порта Керчь в порт Темрюк для доставки туда грузовых машин. График работы сменных экипажей был 15 дней через 15 дней. После чего мы отправились в порт Новороссийск, где произошла погрузка на судно военной техники и имущества. Далее мы направились в порт Таркус, Сирийская Арабская Республика. Компания пообещала при этом прибавку к существующим окладам. По прибытию в порт Таркус 11 сентября 2015 года была произведена выгрузка военной техники. Далее судно взяло курс в порт Новороссийск. 20 сентября 2015 года мы прибыли в порт, а 21 сентября этого же года была произведена плановая смена экипажа. 23 сентября сего года, загрузившись военный техник, стали на якорную стоянку между Новороссийском и Геленджиком. И далее судно взяло курс в порт Таркус. 22 октября 2015 года судно снялось с якоря и взяло курс в порт Новороссийск. 23 числа судно стояло на причале под погрузку военной техники. А 26 сентября судно взяло в курс на порт Таркус. 4 ноября 2015 года судно прибыло в место назначения и началась разгрузка. 5 ноября разгрузка была завершена и судно направилось в порт Новороссийск. В 10 числах ноября, находясь у берегов Крыма, экипаж судна узнал, что ему была переведена зарплата в половину меньше, чем указано было. Как потом оказалось, что с 20 октября компания просто втихаря перевела экипаж на новое штатное расписание с окладами наполовину меньше. Но побоясь возмущений и то, что экипаж сможет покинуть судно в Новороссийске во время погрузки военной техники для отправки в Сирию, обманным путем заверив, что оклады и условия труда остаются прежними, и удержала таким образом экипаж на судне. 20 ноября 2015 года все стало ясно, когда члены экипажа получили перечисление на карточке, а на вопросы экипажа руководство пригрозило уволить тех, кто недоволен.